Самой важной датой земляков поздравила глава администрации района Дина Албурова. Как и в 1945 году, 9 мая, сегодня наши ребята участвуют в параде Победы на Красной площади. Неразрывной нитью подвига, мужеством связаны наши ребята, участвующие в специальной военной операции. Они с честью защищают, исполняют воинский долг, защищают мирных жителей, отстаивают их интересы, освобождают их от неонацистов, как когда-то наши прадеды. В этом монолитном единстве наша гордость и сила, стержень национального характера. Мы помним все, и мы гордимся. Вместе, семьи, народы, поколения, мы встречаем новый день Великой Победы. И искренне поздравляем все цивилизованные страны с этим святым праздником. Низкий поклон ветеранам Красной Армии и труженикам тыла. Вечная память павшим героям. Здоровья, неба мирного, счастья в каждый дом. С праздником, с Великой Победой! Главными событиями дня в Матвеевом кургане стали парад подразделений юноармейцев школ района. Который ежегодно пополняется новыми экспонатами. На площади военно-патриотический клуб «Патриот» Карпатской общеобразовательной школы, руководитель Сосны, ассистенты, учащиеся экспертов главной медицинской школы театрализованная программа и массовое возложение цветов в мемориале славы. Солдат с кровавых не пришедшие поры, не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы
После возложения для гостей мероприятия состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами районного дома культуры. На центральной площади в этот праздничный день царила атмосфера патриотического подъема духа и непередаваемое ощущение единства. Полный урод, прошагали пол земли.